Вот что-то опять случилось на перекрестке. Почему-то остановили. Почему-то нас остановили. Странно, что-то. Может там группа захвата какая-то, Руслан, в этом машине. А вот они вышли уже из машины. Что там происходит? Что там все перекрыли? Бомба вышла. Если бомба, надо текать отсюда. Интересно. Вариант. Стоит трупер. Не кукры-мукры. Так, ну и что там дальше? Вот они быстро работают, да? Быстро так подтягивают. Смотри-ка, он его прямо в задницу толкает. Ага. А, он его тащит. Толкает, потому что, видно, поломалась машина. Он его... Надо освободить перекрестку. Нет, так вот, эта машина тащит полицейскую машину. Нет, полицейский толкает ту машину первую. А-а-а. Вообще, видно, полицейский пошел назад. Толкает на паркинг туда. Ага. Понимаешь? Классно. Так у него специально такие штучки есть, да, которые вот... Ну, у него клыки там спереди, и он ими и толкает. О, класс. Как они быстренько все это сделали. Все подъехали, собрались, разрулили ситуацию. Молодцы, нечего сказать. Молодцы полицейские. Вот мальчик продает золото. Вернее, покупает золото. Золотой мальчик. Руслан, скажи привет. Здравствуйте. И не скажем, куда мы едем. Не надо всем это знать. Пока-пока-пока-пока.